Очередной 19-й тур состоялся в юношеской QJ-лиге Казахстана. Кайрат уже в ранге победителя турнира с разгромным счетом 6-0 нанес поражение Астане. Таким образом, алматинцы отомстили сопернику за потерю очков в весеннем дерби двух столиц. Футболисты Актобе одержали домашнюю победу над Кайсаром 3-1 и вышли на чистое второе место, так как шедший с ними ноздря в ноздрю Жаскыран оступился в Шымкенте в матче против Онтустыка. В свою очередь Шахтер, набрав 3 очка в игре с Атырау, приблизился в таблице к жаскырановцам. Недавний аутсайдер Аксу на этот раз переиграл Ордабасы 2-0 и уже оставил ниже себя 3 коллектива – Кайсар, Астану и Атырау. Лучшим бомбардиром с 14 забитыми голами по-прежнему является кайратовец Рамазан Багдад. А его одноклубник Данияр Ташпулатов отдал больше всех голевых передач. Их на его счету 7. Турнир еще не закончился, но уже сейчас можно говорить о его состоятельности и успехе. Игры юных футболистов порой собирают больше зрителей, чем их старших коллег, превращаясь в праздники футбола. Здесь футбол искренний, я бы сказал, честнее и чище, чем у взрослых. Будущее казахстанского футбола начинается сегодня.